Привет-привет, дорогие друзья! Ну что, сегодня наступил тот момент, когда будем пробовать делать мясные чипсы. Сейчас вот я нарезал вот таких вот, это прямо в магазине. Тоненькие чипсы, слайдики. Вот, будем их приправлять. На что хватит фантазии, так сказать. Чтоб не заморачиваться, сделаем вот так в одну тарелочку. В стороночку. Так, нам понадобится блюдечко. Приправа для шашлыка. Ага. Перец черный. Чуть-чуть. Чипсы тонкие, нежные. Так. И приправа к мяску. Я думаю, достаточно. На такую кучку будет достаточно. И, конечно же, соль. Сколько нам надо на такую кучку? Раз. Два, три, наверное, маловато, четыре, пять, думаю, достаточно. Все перемешиваем. Все. И теперь, я думаю, надо нежненько, а то слайдики тоненькие. Укладываем сюда рядами. Вот так ряд я сделал, положил. Берем соль, приправку. Достаточно. Теперь следующий рядок сверху накрываем. Так, ребята, все готово. Замариновали, посолили, поперчили, приправки добавили. Оставляем на пару часиков при комнатной температуре. Все. Так, ну что, дорогие друзья, мяско наше замариновалось, готово идти сушиться. Поэтому берем вот такие сеточки, это с дегидратора, с печки. Так, не знаю, первый раз так делаю, поэтому смажу я маслицем. Вдруг все прилипнет, не прилипнет. В общем, подстраховаться надо, на всякий случай. Вот так ваткой раз. Все, поехали раскладывать, ребята. Также аккуратненько по одной штучечке. Оп. Чипсы тоненькие, думаю, не будет долго готовиться. Пару часиков. Готовы, убираем в сторонку. Маслице. Поехали дальше. Все, ребята. Раз, два, три, четыре поддона у нас готовы. Идем закладывать регидратор. Пошли. Все, ребята, закладываем в нашу супер печь. Оп, помощник пришел. Девушки. Получилось у нас 4 поддона. Закрываем. Так. 3 часа, думаю, хватит. Температура 55 градусов. Все, ждем, ребята.